уникальная возможность. Мы сегодня с вами начинаем свой урок в музее. Мы сегодня с вами первооткрыватели, но для нас большая честь. Здравствуйте! Приветствую вас в стенах Художественного музея, размещающегося в здании Бюрова окружного суда. Здание памятник архитектуры 1883 года. Оно построено в стиле позднего классицизма, и сохранились аутентичные элементы здания. Здесь голос звучит во всей полноте, он, естественно, заполняет пространство. И сама архитектура здания, его звук настраивает на гармонию классицизма. Это как раз-таки четкость конструкции, рациональность мышления и определенный порядок, когда мы знаем, что где должно быть и как действовать в той или иной ситуации. Конечно же, Леонид Шумилёв позволяет нам окунуться и заострить свое внимание на том факте, что до Великой Отечественной войны Витебск был доминантным художественным образованием в республике. Неожиданно сегодня вечером школа искусств «Молодик» оказалась в художественном музее. Но пришли мы сюда не просто так. Мы необыкновенные посетители музея. Наши ребята перенесли свой урок в стены замечательного храма искусств. В художественном музее открылась замечательная выставка, посвященная нашему земляку Леониду Шумилёву. И мы, наша школа, анонсирует конкурс молодых художников, который посвящается этому автору. Наши дети перенесли свои занятия в художественный музей. Каждый из них выбрал понравившуюся картину, увидел в ней что-то для себя интересное и выполняют эту картину с натуры, стараясь передать то ощущение, которое хотел нам донести автор.